Всем привет, дорогие зрители, с вами Ник Стрелок, и вы смотрите на моем канале уже последний подкаст. И, собственно, я хочу вам кое-что объяснить, почему я так долго не выкладывал видео. Собственно, получилось так, что я переехал уже пару недель назад на другой канал. Собственно, уж наш канал называется «Пушкин и Гагарин». Собственно, снимаю и выкладываем видео не я один, то есть со мной еще в коллективе Evil Nerd, игровой канал Evil Nerd, и Razer X, ну и Retro Game, его бывшее название, собственно. По поводу, собственно, моих собственных прохождений, собственно, эти прохождения, которые я залил на своем канале, я буду потихонечку перезаливать на другой канал. Собственно, в данный момент я перезаливаю все серии, которые я успел записать по Максу Пейну и так далее. Собственно, еще на следующей неделе буду выпускать еще пройденный летсплей. По большей части, это больше всего вероятно, что это будет Саботажник на хардкоре. Так что, если вы уже посмотрели мое прохождение, то, пожалуйста, кликните на видео, чтобы появился просмотр. Будет нашему каналу это очень приятно. Собственно, ссылочку на данный канал я оставлю в описании под этим видео. Ну и основную информацию, которую я планировал в будущем, вы можете увидеть на этом канале, собственно, в записях стрима, где, собственно, где Нерд играет в Диабло, рассказываю, что происходит у нас на канале, какие планы на будущее, ну и параллельно с этим я. Собственно, вдобавок у нас практически каждые выходные проходят то стримы, ответы на вопросы, подкасты, плюс игры с подписчиками. По крайней мере, мы записали самую первую прямую трансляцию по Seven Days to Die. Это самая первая трансляция, собственно, у меня, с моим участием. И, кстати, по поводу, почему же название Пушкин и Гагарин произошел, собственно, ответ вы можете увидеть на этом же канале, собственно, в упоротом подкасте. Собственно, кто из них Пушкин и Гагарин? Собственно, Нерд — это Пушкин, а Razer X — это Гагарин. Ну и к тому же, что я еще влился в их коллектив, я буду Некрасовым. Это уж, ну, немножко, конечно, упорно будет, но... Ну да ладно. Собственно, это все я практически что хотел сказать. И по поводу того, что моя группа ВКонтакте уже больше не функционирует. Считайте, что она уже мертва. Вы можете из нее уходить по вашему желанию. И, собственно, переходите подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, которую я тоже оставлю ссылку в описании под этим видео. Ну, собственно, можно сказать, что на этом все. Последний подкаст. Спасибо всем, кто меня, собственно, смотрел все это время. Кто, собственно, так сказать, меня поддерживал. Так что переходите с моего канала на, собственно, на общий, собственно, можно так сказать, на наш коллективный канал. Обещаю, будет очень интересно, поскольку мы каждые будние дни мы будем выкладывать, каждый из нас, по одному, два видео в день. Если, собственно, два прохождения, то по одному видео от каждого прохождения в день. А выходные у нас, то рубрики выходят постоянные, например, как, ну, злые монтажи, обзоры модов на Skyrim. Ну и вдобавок прямые трансляции, которые я уже вам сказал, стримы. Ну, собственно, все. Все остальное вы можете узнать, перейдя по данным. Ссылка ВКонтакте, ссылка в описании под видео. Блин, почему я постоянно в ВК говорю? Ой, я не понимаю. Мне придется постоянно выходить в дури выбивалку.
Ну что, собственно, на этом подкаст последний закончен. Так что всем спасибо за внимание. Переходите на новый канал, будет очень интересно. С вами был Ник Стрелок. Всем пока!